Время карантина у меня оказалось не очень много бумаги, не было возможности пойти в магазин и купить материалы для творчества. Я решила, что я буду использовать то, что есть. И здесь я просто использовала коробку от каши детской. И мне понравилось то, что сама форма этой коробки, она напоминает тоже план квартиры или план помещения. То есть здесь такая игра формы и содержания. Эта работа была создана во время карантина, и она достаточно многоплановая, потому что изначально идея этой работы не моя. Это была идея проекта «Фестиваль культур Берни». Поскольку фестиваль культур в этом году был отменен, как и все прочие массовые мероприятия, было принято решение, что будет сделан плакат, в котором будет написано, что расизм – это тоже вирус. И каждый из участников фестиваля мог выбрать букву и ее оформить по своему усмотрению. И я выбрала для себя сразу букву «Р», потому что это первая буква моей фамилии. И изначально идея была этой буквы, что она будет первая буква из слова «расизм». У меня все время, если нужно что-то придумать, то думается у меня в направлении Азии, китайской живописи или японской, или мотивы, связанные с этим сюжетом. Поэтому в этой букве тоже две рыбы, инь-янь, черно-белый орнамент. И комбинация с акварелью, потому что это две мои любимые техники. И мне кажется, они очень хорошо сочетаются. Акварель как фон и графический черный тонкий. Если это интересно узнавать что-то новое, и во время карантина я решила освоить текстильные техники. Можно делать достаточно большие работы, и их не так сложно транспортировать, как графику или живопись. Интересно, во время карантина я просто увидела объявление о том, что набираются новые участники в текстильную лабораторию. Я поняла, что это мой шанс, что у меня есть и время, и возможность. И сейчас я параллельно с рисованием делаю коллажи, вышивки и гобелены. И оказалось, что текстильные техники — это не то, что обычно мы привыкли воспринимать это как декоративное искусство. Это может быть полноценным искусством, то есть можно работать с помощью ткани, так же, как мы работаем масляными красками или карандашом, или тушью. Можно создавать картины текстильные. Это преодоление некоторых стереотипов. Стереотип, что картины маслом пишут художники, мужчины. И, конечно, были и женщины-живописцы. Но в какой-то момент в 20 веке женщины-художницы, они захотели найти какую-то свою нишу в искусстве, где бы они бы сказали что-то новое. И очень многие художницы работали именно с текстилем. И они реабилитировали текстиль как не только рукоделие, а как технику, которой доступно создание настоящего искусства. И вот эта тема, она сейчас продолжается, сейчас все больше людей занимаются текстильным искусством. Вот и текстиль сейчас очень широкое понятие. Это не только ткань, это не обязательно нитки. Они работают с разными искусственными материалами, с металлом, с всевозможными смешанными техниками. Объекты создают. То есть это очень благодатная тема. Вот сейчас я даже занимаюсь тем, что я переношу какие-то свои мотивы, которые раньше я писала на холсте маслом, переношу их в технике вышивки. Я надеюсь, что я подготовлю какую-то выставку, связанную с текстильными работами. Эти работы связаны как раз с карантином, с самоизоляцией. Вот здесь действительно мне творчество очень помогло. Апрель был сложным, потому что мы все болели, иногда плохо себя чувствовали. Но в то же время апрель, если вы помните, был очень солнечный. Была очень хорошая погода, и мы иногда выходили в парк, который у нас рядом с домом, это Монбижу парк. Я гуляла со своей дочкой. Я наблюдала, как просыпается природа. У нас там есть очень старые красивые деревья. Я решила, что я буду рисовать эти деревья одни и те же. Смотрите, как спускаются листики, как солнце их освещает каждый день по-разному. И у меня получилась большая серия, такая, ну, очень позитивная, очень солнечная. Это действительно помогает преодолеть разные тревоги, когда ты рисуешь цветом,
рисуешь солнцем. Но это заряжает действительно весь день. Это было мое такое спасение. Вот. И на всех этих работах, например, изображено одно и то же дерево. Старый платан, который я очень люблю, под которым мы играем, гуляем. Каждый день он выглядит чуть-чуть по-разному. По-разному играли цвета. Вот, например, мне было интересно передать свет. Цвет неба, цвет коры. Небо могло быть голубым, могло быть там, с облаками. И я работала масляной пастелью. Получила огромное удовольствие от этой серии.